Здравствуйте, друзья! С вами Техника здоровья и я, Ольга Лебедь. Сегодня я представляю вашему вниманию и буду тестировать блендер BS7 фирмы Liqui Quadro. Он называется BS7 Quadro. Это корейский производитель. Фирме больше 20 лет. На самом деле она представлена очень широко на своем местном рынке. И то, что к нам сюда доходит, это, ну как сказать, немного так хорошего с барского стола. Фирма Liqui очень хорошо закрывает местный рынок, и поэтому завод, ну, относительно не такой большой, и, в общем-то, как бы у них все хорошо, так скажем. То, что приходит на наш российский рынок, ну, модели, естественно, адаптированы под наши сети, и тестированы, сертифицированы, это заранее, ну, заказ сделанный, который мы ждем долго, потом он появляется. То есть фирма действительно очень хорошо себя зарекомендовала. Корейцы, вы знаете, они сейчас немного все равно впереди планеты всей в области техники для здорового питания в частности. Вот если сказать это про нашу нишу, корейские бренды очень ценятся. И очень много запросов, когда сразу люди звонят и говорят, а что у вас есть корейского? Потому что корейцы буквально безупречны. Особенно если это идет заводское, все идет подконтрольно. Ну, как-то и все до деталей, мелких, до упаковки. Вот оно просто действительно выточено. Очень приятно иметь с этим дело. Так вот, вот этот красавец, один из самых мощных блендеров. Этот блендер идет, опять же, для домашнего использования, не коммерческий. Еще раз повторюсь, чем отличаются профессиональные блендеры от коммерческих. Очень часто путают эти два названия. Профессиональный блендер – это когда он может измельчать достаточно сложные продукты. Это волокнистая зелень, что-то твердое, там ореховые пасты, я не знаю, там делать муку. Ну, то есть делать такие достаточно сложные продукты, обрабатывать их, которые на обычном блендере, который из масс-маркета, ну, никогда в жизни не сделаете. Вот. А коммерческий, когда все то же самое, но плюс еще вы пользуете это в коммерческих условиях, то есть постоянно, это не выключаясь буквально там друг за дружкой. И все-таки надо понимать, когда пользуетесь вы дома сами аккуратненько, и когда пользуется этим персонал. Когда все быстрее и, так скажем, любовь часто очень отсутствует. И теплота, как мы можем относиться вот именно к своей, к родной домашней технике. То есть это из домашних моделей самый мощный. 3400 ватт у него заявленная пиковая мощность. 1700 номинальная, 33 тысячи оборотов, друзья, 4,6 лошадиных сил. Это очень много. Но серьезно, блендер крайне, крайне мощный. Вот. Из плюсов. Ну, во-первых, скажу, блендер поставляется в двух цветах, белый и черный. Черный вот только недавно появился на рынке, как раз изучить спрос. Он очень аккуратненький. То есть, несмотря на то, что стакан, ну, стандартный, двухлитровый, но выглядит он как-то намного аккуратнее. Чаша, естественно, тритан, BPI free, прям толстая, хорошая. Это маркировано, то есть есть значок тритан, а это серьезно. Собственно, все детали, переходники сделаны очень качественно, упаковка сама очень качественная. Крышечка, все здесь плотненько, аккуратненько. Идет в комплекте дополнительный стакан из нержавеющей стали. Он 900 миллилитров объемом. Ножи также, нож одинаковый идет, восьмилопастной. Ножи крайне острые. Ножи японские. Из плюсов могу сказать, вот так сверху, кстати, здесь натянута резиночка на эту стальную чашу. То есть вы можете горячее в нем также делать прекрасно, чтобы не обжечься. Ну, то есть вы можете снять, помыть, там это все удобно так. И, либо какие-то сухие смеси, либо когда вам надо меньше порцию, может быть. Из плюсов. В комплекте, что с BS5, что с BS7, есть вот такие две удобные штуки. Это получается как нож, который снимает ключ, который снимает нож.
И еще это два в одном, как мерная такая ложечка. То есть вы вставляете, он входит очень удобно в паз. Щипцами вы держите сам нож, чтобы не порезаться. Цепляете. И вот легким движением руки, в принципе, это может сделать женщина легко, вы поворачиваете и снимаете нож. То есть вынимаете его, вынимаете. Если надо вам помыть, это, конечно, процедура такая, каждый раз, естественно, делать не надо. Но так вот, кто блюдит за чистотой и для кого важно, чтобы это все было идеально, это вот ваш точный вариант. В частности, наверное, мой тоже. И для этого еще есть специальный резиновый коврик, чтобы помытый нож сюда вот сложить, на этот коврик. Но все-таки корейцы молодцы, множество деталей они продумывают. Вы знаете, я просто... И до этого была как бы очень впечатлена моделью BS5, предыдущим, его младшим братом, так скажем. Потому что при своей, казалось бы, ну, небольшой мощности и цене, потому что цена BS5 22 500 была, ну, если опять же там, да, какой-то там кризис, не дай бог, не грянет, экономический и социальный там. Вот, она очень хороша именно для корейской, потому что корейская всегда была на порядок дороже, так скажем. И эта цена очень адекватная, ну, как бы, если вот рассматривать линейку вообще блендеров, вот в ценовую политику. Потому что обычно корейцы стоили дороже. И это был такой немножечко как бы подарок, то, что появился такой доступный блендер. И при своей, казалось бы, небольшой мощности BS5, она... Ну, вообще просто великолепные результаты выдавала. Ну, не видела пока еще недовольных. Все действительно его очень хвалят. Ну вот BS7, конечно, он стоит подороже, но он на порядок мощнее. Я бы хотела первый протестировать. Это такую банальную вещь, казалось бы, как лед. Но на самом деле от клиентов есть запросы, а насколько он справляется со льдом. Вот, окей, лед, сейчас сделаем. Ну вот, много времени нам не понадобилось. Идеально. Смотрите. Прям вот крошечка, все. Буквально такой снег. И все просто однородное. Класс. Теперь хочу сделать еще одну вещь, не совсем типичную, но мне хочется испробовать его на прочность и помучить. Да? Орехи. Не думаю, что, конечно, кому-то из вас понадобятся орехи со скорлупой. Это чисто посмотреть возможности. Гоу, да. Ну, мне кажется, в комментариях не нуждается. Хотя я вот сейчас уже задумалась. Вау! Друзья, посмотрите. Посмотрите на это. В принципе, можно уже сделать такой некий скраб. И это тоже может сгодиться. Ну что, друзья, я думаю, что результат все-таки впечатляет. Действительно, мощь серьезная, ножи очень острые. Ну вот, вот это, конечно, круто, круто, да. Я считаю, что некий тест все-таки BS7 прошел, вы увидели его возможности. А пока всем до свидания, здоровья и счастья. Приходите в наш магазин и на наш сайт technikazdoroviya.rf.